Окей. Мы можем продолжить, да? Значит, мы продолжаем наше занятие по книге «Душа Ватева Рава Шерки», да, то есть как бы «Природа и святость», такой условный перевод. А начали мы главу, которая называется «Тора и наука», правильно? Вот. Да. И до этого у нас, я вспоминаю, да, было. Там было, как решают противоречия между Торой и наукой. Да. Приводят две темы самых таких ярких. Да? Ага. Возраст мира, да, миллиарды лет или 6 дней, да, как он творился. И происхождение человека из праха земного или из обезьяны. Вот. И дальше есть 4 способа решить эти противоречия. То есть первая линия говорит, что если Тора истина, то наука ложь. Да. Вторая говорит, что если наука истина, значит Тора ложь. Да? И в них общее то, что они обе отвергают друг друга. Да? И дальше вот мы будем читать третью и четвертую позицию. Окей, ну хорошо. Я еще немного с кашлем, но читать вполне как бы могу. Окей. Ну вот как бы третий подход говорит, что утверждает, что нет противоречия между Торой и наукой. Почему? Потому что наука как бы соглашается с тем, что сказано в Торе. Те, которые приверженцы или утверждают вот по этому подходу, они будут толковать, утверждать, что можно доказать с точки зрения научной, оше альколь паним энстира мадаит лаках, или во всяком случае, если не доказать, а например, сказать, что нет противоречий с точки зрения науки, о том, что шаулам у бен шешет лафим шана, о том, что мир существует 6000 лет, оше моца адам мина афар, или утверждение о том, что человек происходит из праха земного, да, с точки зрения науки, то есть либо доказать научно, либо сказать, что это не противоречит науке. Такой третий подход. Ашитар вид афахит лешита шлишит. Ну вот четвертый подход, он противоположен третьему. Бетуэнша Тора маскима им танута мада. И утверждает, что Тора, она сама согласна, соглашается с утверждениями науки. Лохим бешитазу, ну и те, кто идут по этой схеме или по этому методу, четвертому последнему, таанота мадаши улам у бен миллиарды шана, у шимуца адам минаков нехонот, те, кто идут по этой четвертой как бы схеме, да, четвертому методу, они утверждают, нет, заключается в том, что утверждение науки о том, что мир, он существует миллиарды лет, и опять, что происхождение человека от обезьяны является правильным. Вившалим цобы тура, макурот, шемаскимин, има, и тагуйот, и даже в самой Торе можно найти как бы подтверждение тому, что Тора соглашается с этими утверждениями, с этими открытиями. Например, «Эбэ масахет элугин, неймар, шаяла адам решон, занав, шинахтаха лидэ акадуш бару». Вот утверждается, например, «Твайте элугин» – замечательное утверждение, что у человека был хвост, между прочим, который был отсечен, скажем так, да, Всевышним благословенным имя его. Бамидраш Раба, вот в Мидраш Рабе, Муфеш, Акадыш Бару, а я Буре Уламот у Махривам. Да, это я тоже слышал такую штуку. Там сказано, что Всевышний, он создавал миры и их сам же и ликвидировал. То есть таким образом можно накрутить количество лет. Да? То есть наш мир существует 6 тысяч,
А до него было еще там пару миллиардов, которые были створены другие миры, но они были не жизнестойкие, скажем так. Окей. Отсада шаве бычтэш и тот ахронот, и общий знаменатель между последними двумя утверждениями. Бышовне мечтэш и тот ахронот, в отличие от первых двух утверждений, уши атуравы амада маскимим зуэмзэ. Это то, что Тора и наука, они друг с другом соглашаются, а не противоречат. Окей? Ну да, дальше следующий отрывок будет. Пока что есть какие-то вопросы или замечания? Я хотел только добавить, я вспомнил, что я хотел сделать и не сделал, потому что мы только начали. Вот то, что мы обсуждаем в более, как бы, не знаю, научном и приближенном к научной практике аспекту, утверждается, рассматривается в специальных интервью. Есть серия интервью, которую брал Пинхас Полонский, неважно, я не брал, неважно, в общем, есть серия интервью с современными учеными на русском языке. Там есть вот наш замечательный Михаил Шерман, который опровергатель теории эволюции, в том виде, в котором она преподносится. Он живет у нас в Малайдулим. Они сделали алию сколько-то времени назад вслед за детьми, которые приехали служить в армии и остались здесь, в Израиле. Вот. Они уехали в Америку, когда мы уехали в Израиль. Он профессор Ариэльского университета именно по теории эволюции. Вот. И также там есть один физик, Бармашенко, по-моему, и наш замечательный Миша Голосовский. Я приведу эту ссылку в следующий раз на эти интервью. Те, кто не смотрел, может посмотреть, вполне интересно. В самом случае, Шерман точно эту тему. Он даже несколько раз выступал как бы у нас здесь. Ну, я не все как бы понял, там действительно все это сложно. Но, в общем, как бы в одну фразу, я не думаю, что я буду сильно противоречить, если сказать, что он не утверждает, что теория эволюции неправильна. Он только говорит о том, что ее части типа, неправильные. А утверждение ее в качестве всеобъясняющей как бы теории, вот это неправильно. То есть есть вещи, которые в самой теории эволюции было понятно, что доказать невозможно. Там, пикантерию, которую я запомнил, есть такие вещи, которые невозможно объяснить с точки зрения выживаемости видов. Например, рыжую окраску канадской лисицы, которая живет в снегу. Нафига ей рыжая окраска, это ее только выдают. Или, я помню, мне это очень понравилось, такая рассказывал, что специально подтасовывали как бы факты для того, чтобы доказать о том, что у павлинов, вот у павлинихи ее это супероперение для того, чтобы привлекать самцов, а без этого они не размножаются. Оказалось, хрена два. Это в ГДР там специально как бы утверждали, и все. Он говорил, что это была полная как бы подтасовка фактов, потому что казалось, что без всякого этого пышного хвоста вполне нормально размножается, совершенно не противоречит. Совершенно невозможно это объяснить с точки зрения только этого. И когда как бы спрашивали, ну, Миш, ну, а как это объяснить? Миша сказал такую фразу, которую даже я запомнил. Вот он говорит, знаешь что, нет этому объяснения. Просто творец, по-видимому, кайфовал от красивого вида этого хвоста павлиники. По-другому это объяснить невозможно. Или от рыжести этой лисицы, которая там в снегу, нафига ей эта рыжесть, она ее только выдает. Но это так с юмором, он там, в общем, более интересно рассказывал. И не то, что не более, а там действительно интересно. Но эти вещи я запомнил среди прочего. Окей, ну хорошо. То есть были опровергнуты только какие-то детали этой теории эволюции, сама суть, когда происходит. Механизм изменения видов, он правильный, но вещи, очень много вещей, которые не состыкуются для того, чтобы сделать это некоторые глобальные теории, которые объясняют вообще все происхождение человека и так дальше. Это вот я понял. А дальше он там очень интересно рассказывал. Еще могу сказать одну фразу. Опять, я дико извиняюсь, вы послушайте его, потому что я как бы примитивный, я запомнил то, что я запомнил. Да? Вот мне очень понравилась, у него такая штука была, он говорил, это я, мне кажется, правильно передаю, о том, что вот он как бы приходит к мнению и доказывает, что вообще, если это сравнивать, например, как бы с компьютерами, нами известными схемами, да, есть софт и есть хард.
То есть софт – это как бы программное обеспечение, правильно? А хард – это как бы железная оболочка. Так вот, он там как бы доказывал на разных примерах о том, что в разном харде, то есть в разных живых существах, этот софт, он задействуется только ровно настолько, насколько его как бы соответствует уровню необходимости задействования. А сам по себе софт гораздо больше. То есть, грубо говоря, закладывается в каждом гораздо больше того, что реально осуществляется на деле. Вот это вот такая вот идея. Это вот тоже, ну, это практически все, что я вам хотел как бы выдать, потому что я помню остальное. Посмотрите по линку. Миша очень интересно рассказывает. Окей, вообще большая умница. И, насколько я понимаю, эти самые вот христиане, по-моему, протестанты, они, вообще говоря, очень сильно спонсируют его исследования для того, чтобы подорвать всемогущество из этого самого теории Дарвина. Я тоже про это слышал. Тоф, ну хорошо, это вот какой-то так, на этом спойлер Миши на эти самые кончается. Послушайте дальше записи, но, во всяком случае, интересно. Окей. Ну, основную суть-то, что человек произошел от обезьяны, он не опроверг? Про обезьяну, по-моему, там... Это, по-моему, конкретно не разбиралось. Не знаю, не помню. Не помню вот этого упора на обезьяну, вот этого я не помню. Окей? Хорошо. Так, ну тогда прочитаем следующий раздел, да, который называется «Анахат Хайсод Ашгуя». Угу. Ошибочное основное положение. Как-то так, да. Анахат Айсод – это аксиома, да, или утверждение, как лежащее в основе, из которого строится дальнейший как бы ход рассуждений. Да. Коль арба хашитот бнуйот аль анахат айсод зага. Все эти четыре подхода строятся на одном и том же фундаментальном утверждении, да, лежащем в основе. Амадава гатура миткавним лаанот аль оттам хашейлот. На том, что наука и Тора должны ответить на одни и те же вопросы. Валахен лишейлот, валахен лишейлот гиль хаулам ледугма ешува эсель аншея тура в ешува Эссель-Аншей Хамада. И поэтому на вопрос о возрасте мира, например, есть ответ у людей Торы и есть ответ у людей науки. То есть один вопрос, да, о возрасте мира, они исходят из того, что и Тора, и наука, они собираются ответить на этот вопрос. Например, на этот вопрос. Бешель ках шаях ле хашват бейн чувотэгэм «Велевдок им каемет бенеген стира о атама». И таким образом, в общем, можно сравнить их ответы и выяснить, существует ли между ними противоречие или соответствие, да, между Торой и наукой, да, сравнив их ответы. Улам кашер боханим эт анахата исод мидбарер шеги эйна нехуна. Однако, когда мы проверяем вот это лежащее в основе утверждение, тогда выясняется, что оно неверное. Тхума исук шер хамада шоне меод мидхума исук шеля тура. Область, которой занимается наука, отличается от той области, которой занимается Тора. Амадал сэкбетеур хамецеют вэтивкуда. Наука занимается описанием реальности и ее функционирования. Увалаанот бэйкар аль шейлот кэгон. Мема муркав ахомер о маге махуким лефигем ахомер. Значит, наука занимается описанием реальности и отвечает, пытается ответить на вопросы. Ланот Байкар в основном на вопросы такого рода. Мима Муркава Хомер, из чего состоит материя, или каковы те законы, по которым материя работает. Выходомы и так далее. А Тора лиумат зот. А Тора, в отличие от этого, осекет бамашмаут хамециют мипхина мусари. Тора занимается
смыслом реальности с точки зрения морали. Угу. Валанот аль шейлот кегон. И собирается отвечать на вопросы вроде того. Ле эйзу тахлит омеда хомер. Для какой цели существует материя? О кейца драуй линхог. Или как следует себя вести? Вахаю цебезе и тому подобное. Элу ген шейлот архиот. Это вопросы ценностные. Эркиот. Эркиот. Да-да-да. Это вопросы ценностные. Было шейлот мадайон, а не вопросы научные. Да. Аймрагана фуца, шаколь калуль бетура, распространенное высказывание, что все заключено в Торе, алула ли гатот эт леатот им мекаблим ота бе офен паштани. Это утверждение, оно может вести в заблуждение, если принимать его по простому смыслу. Викиванше хатура кефише ги лефанейну, эйна акулелет этаколь. Поскольку Тора в том виде, в котором она находится перед нами, не включает в себя все. Лонитан ле дугма лил мод мада митох псуке хатура. И невозможно, например, изучать науку из стихов Торы. Велерая афло эхад ми долей Исраэль ламад мада бедерехзу. И доказательство этому, что никто из великих мудрецов Израиля не учил науку таким образом, то есть из Торы. Да? Были мудрецы Торы, были великие ученые, вот, но ученые изучали науку. Да? Они не пытались в Торе найти ответы на научные проблемы. Да. Идем дальше. Аль Йесода Нахазо Нивнета Шита Хамишит. И на этом утверждении построен пятый подход. Шитатоши профессор Ишаяху Лейбович. Подход профессора Ишаяху Лейбович. Агуресет Халука Мухлетет Бен Хада В. Арахим. Да. Который устанавливает решительные противоречия между наукой и ценностями. Ну, как бы мухля, даже абсолютное противоречие. Абсолютное противоречие. Уиль вагатура усекет бе арахим вагамада усекет батева, поскольку Тора занимается ценностями, а наука занимается природой, лоет ахен коль кешер бенегем, то невозможно никакая связь между ними. Умимела лошаях ладун вахем бимшутав. И само собой невозможно обсуждать их вместе. Да. Ценности, я думаю, имеется в виду в смысле моральные ценности. Моральные ценности. Ну да, не ценности в смысле величину какого-то параметра. Хотя это тоже есть, кстати говоря. Есть арахим. Арахим, когда так говорится, то это всегда понимается как действительно моральные ценности. А с другой стороны, в науке тоже употребляют слово «эрех». То есть вот «эрех» и дальше «эрех» такого-то параметра и так дальше. То есть его значение. Но «арахим», насколько я понимаю, это всегда слово, и так как здесь Раф утверждает, это моральные ценности. Угу. Когда говорят, например, «эмда эркит». Понятно, когда говорят «эмда эркит», это означает, что это как бы жизненная позиция человека. Окей. Умикан квиата мадаши адам ба мин аков, квиата тураши адам ба мин афар, штеген нахунот. Отсюда следует, что утверждение науки, что человек происходит от обезьяны, и утверждение Торы, что человек происходит от праха земного, оба эти утверждения верны. Эла шагамада метаэр эт макор хадам мипхинат Мипхина биологит, но наука описывает происхождение человека с точки зрения биологии. В Илухатура метаэрет эт макор хаада мипхина мусари теркит. В то время как Тора описывает происхождение человека с точки зрения, с морально-ценностной точки зрения. Хакоши бэмда зо гу хаитамлут
ай Талмуд мега увда ше макор хамада ватура у эхад. И проблема в этой позиции – это игнорирование того факта, что источник у науки и у Торы один. Да, да. Вот этот подход профессора Лейбовича, да, игнорирует тот факт, что все-таки есть один источник у Торы и науки. Миша барает амада угам зе шенатан это Тура. Тот, кто сотворил науку, это также тот, кто даровал Тору. Вахдут зо амура лехутир рошем аль шней атхумим. И вот это единство должно лехутир рошем. Да, это единство происхождения Торы и науки, оно должно было оставить отпечаток на обоих областях, да. Областью Торы и науки. Да. Ага, вот, да, раздел завершен. Есть какие-то вопросы или что-то хочется сказать? Последняя фраза не очень понятна. Мне в таком случае. Ну как, то есть каждый творец, да, там, создатель оставляет свой отпечаток, да, в том, что он вложил. Вот. И поскольку Всевышний и науку сотворил, там, и мир и с его законами, и, соответственно, науку, которую изучает, и Тору, да, это значит, что и там он оставил как бы свою подпись, и в них есть что-то общее, и можно найти, да, там, вот этот, как бы, подпись создателя. Ну, мне так кажется, да, Легутир Рош, оставить... А что значит выражение «тот, кто создал науку»? Значит, тот, кто создал науку. Наука, опять, как я понимаю, может быть, примитивно, наука – это результат интеллектуальной деятельности человека по познанию окружающего мира, прежде всего экспериментальным как бы способом, правильно? Что значит создал науку? Создал законы Вселенной, да, и желание их исследовать. Mm-hmm. Вот, соответственно, законы, как они сформулированы, как они написаны, да, уже учеными, вот, они же созданы как раз Творцом. Да. Ну, в этом отношении действительно как бы странно или не странно, что в Торе ничего не написано о, не знаю, трех законах, что там было, термодинамики, это было три закона термодинамики, или там, не знаю, силе притяжения, центростремительной, центробежной и так дальше. Как бы Тори для... Тори этим не занимается. Вопрос, почему нет? Ну, можно, в принципе, найти какие-то подобные, да, центробежные, центростремительные. В Тори есть, как это, пробуждение сверху, пробуждение снизу. Не знаю, но как бы по простому смыслу можно сказать, что вообще человеку важно понимать, что есть центростремительность, центробежная сила. Люди ходят как бы на ногах, они стоят на ушах, например, и держатся на земле, и они разлетаются от земли, и все остальные предметы. Но как бы если это важно, то почему Тора этим не занимается? Или, например, теория относительности Эйнштейна. Как бы по прямому смыслу в Торе нет, ничего про нее не говорится. Но насколько сила притяжения, сила отталкивания, вот, например, Рав Шерки, да, так понимает понятие любви и трепета противоположное. Да, ну, я понимаю твое желание, но он же сам, Рав Шерки, говорит, что те Гдоле Исраэль, то есть великие мудрецы Израиля, которые хотели учить мада, науку, они не учили эту историю, то есть, ну, вот, не пытались вывести, как ты сейчас выводишь, правильно? А они шли, учили химию, например, или биологию. Учили у профессоров, которые не занимались разборками написанного в Торе. Вот и дело, что у них есть вот это общее, да, то, что я назвал, да, но поскольку Тора и наука, они, у них принципиально разные цели, да, то та форма тех же самых законов, которые мудрецы извлекали из Торы, да, и то, как они выглядят в науке, они выглядят по-разному, да, потому что в науке у этих законов у них цель прикладная, да, что там они учат, как их использовать, да, а в Торе, например, они описываются как какие-то основополагающие принципы, да, законы, которые лежат даже за пределами материи, да, и потом они как-то проявляются в материи, да, и там мы можем их проследить на примерах.
Вот. Понятное дело, что если ты хочешь там построить какой-то конкретный прибор там, или изобрести какое-то лекарство, да, то нужно, конечно же, там не Талмуд изучать, а там химию, биологию, физику. Да. Ну, вот с точки зрения лекарств, например, да. Человек, который занимается наукой, занимается вопросом о том, из чего созданы материалы, как материалы действуют, все действительно может создать лекарство. Например, вопрос о том, кому давать лекарство. Если, не дай бог, как бы болеют два человека, а лекарства только на одного хватает. Кому его надо давать? Например? Вот вопрос. Как бы, Мада про это не говорит. Может сделать НДНД на софалекотина, да, и может сказать такую считалку, почти рассчитаться, да, есть такая считалка детская. НДНД на софалекотина, софкатикатиката и так дальше. Не помню точно, но вот что-то такое было у детей, которые подрастали. Как бы ничего про это не говорит, правильно? Насколько я понимаю, вот Талмуд или традиция действительно выясняет, занимается вот выяснением таких, именно таких вопросов, например, да? Окей? Да. Ну, то есть, как бы дополняют друг друга, скажем так. Окей, ну хорошо. Если у народа нет вопросов, будем читать дальше, да? Я вот думаю на то, что ты сказал, вот почему, да. Допустим, в Торе вот нет всего этого описания, как то делается. А вот может быть такое, что Всевышний как бы хочет, чтобы человек был полноценным партнером по созданию миров, поэтому да. Вот эта вот часть мироздания, что ли, была оставлена человеку на самостоятельное изучение. Да, да. Грызи гранит науки, правильно. Да, постигая мои пути и становись полноценным партнером. Да, на всех путях твоих познавай Всевышнего. Да, по-видимому, да. Да, наверное, да. На каком-то этапе, типа там 19-й эпитет, но человека сформировалось какое-то... Он был, скажем так, настолько... Митлаев тоже называется, настолько был... взбодрен, возбужден, не знаю, какое-то еще слово, да, успехами науки, потому что ему казалось, что наукой можно все объяснить, типа того, что вот яблоко упало на голову и так дальше, Ньютон и все. Казалось, эти вот открытия естественных наук, они подводили к тому, что как бы, ну, все можно объяснить. Но в 20 веке оказалось, что это не совсем так или совсем не так. Все равно... Чем дальше узнаешь, грубо говоря, тем больше остается непонятно. И это тоже Миша говорил, насколько я помню. Вот можете меня послушать. Чем дальше вниз, тем больше говорят. Чем больше углубляешься в эволюции, в это самое, тем больше становится вопросов и непонятностей. Окей? Можно еще сказать, что вот сначала, значит, человечество все пыталось объяснить только с точки зрения религии. Да. Потом другая крайность, все только с точки зрения науки, а сейчас как бы такой определенный прогресс, уже начинается какой-то симбиоз между наукой и религией, когда все понимают, что надо использовать обе части для объяснения. Да, да, мне тоже так кажется. Я решу сказать, на мой взгляд, все-таки две ужасные войны, Первая мировая и Вторая мировая, которые потрясли все человечество, в каком-то смысле они, наверное, были обусловлены ходом развития как бы науки, наука, которая оторвалась от ценностей, от этических, и человек стал восприниматься как некоторое... То есть, по-моему, правильно, наверное, сказать, что какое-нибудь побочное, либо даже не побочное следствие развития науки в 20 веке заключалось в том, что человек стал представляться как безжизненная болванка, которую вполне можно... убить, уничтожить, переработать либо на мыло, либо еще на что. Потому что ничему не противоречит абсолютно. И это произошло, потому что действительно как бы постулировался полнейший отрыв от научных этих самых. И немцы могли, инженеры, разработать газ, который убивает людей, и как бы вполне с принципами науки, и все, и считалось вполне как бы логичным. Поэтому да, наверное, да. Очень может быть, что в наше время все-таки есть некоторый откат назад, скажем так. Окей. То есть получается, что вот это торжество науки, да, в конце 19-го, начало 20 века, это было такое предельное отдаление творения от Творца, да, когда оно ощутило себя таким как бы одиноким властителем своей вселенной, да, в которой нет никакого источника, да. Вот. И получается, что оно пришло к ужасу того, к тому, чего может привести, да, такой ход мыслей. И дальше уже пошел вот какой-то
какой-то шаг навстречу, движение творения навстречу, да, что выразилось как раз в образовании государства Израиль, как раз после Второй мировой войны. Наверное, да. И, скажем, предельное выражение в тоталитарных государствах, в двух последствиях, которые мы знаем, как бы на примерах недалеких от нас. Знаем, да, те, кто говорили, мы новый мир построим. Ничего нового они не построили. В конце концов, все за ним заключалось, в общем, примитивным, на самом деле, властителем одного жесткого диктатора и все, который просто убивал людей. Ничего нового в этом не было. И точно так же, как бы с другой стороны. Грубо говоря, человек выше себя прыгнуть, что он не мог. Это такой постановка вопроса. И это вырождалось в дикость, варварство и в убийство. И больше ничего. Все. Никакого нового мира позволить. Тахлис, никакого нового мира не удалось построить. Вот это ощущение, да, прогресса как чего-то позитивного, да, которым пропитано там начало 20 века, да, о котором Рав Кук тоже много пишет, оно, мне кажется, уже сейчас сошло на нет, да, что человечество в целом оно пребывает в какой-то озадаченности, да, нет уже такого воодушевления, да, что с одной стороны, что мы придем к коммунизму, да, что с другой стороны тоже к какому-то там совершенному обществу придем, да, то есть теперь получается как бы все озадачены, да, но при этом мы-то понимаем, да, что да, началось вот это обратное движение синтеза, да. Да, то есть основные вопросы человеческого существования все равно не решили, наоборот, превратили их, несмотря на все достижения науки, превратились в нечто совершенно. То есть оказалось, что можно как бы весь технический процесс обратить против человека, сделать его совершенно антигуманным, то есть сделать его античеловеческим. Очень просто. И это, по-видимому, был, наверное, один из главных уроков вот такого однобокого развития науки. Так, наверное. Я не знаю, возможно, и сейчас там как бы есть какие-то идеологи, да, всевластия науки, там, которые изобретают, может быть, какой-то там искусственный интеллект и так далее. Там. Я не очень в курсе. На мой взгляд, смотри, мне тоже, и опять, то, что я говорю, скорее всего, с точки зрения как бы людей, которые понимают область, они, значит, может быть, примитивно, но я, тем не менее, как бы позволяюсь. Мне кажется, что главная опасность современного мира – это возможность человека создавать все более изощренные методы, орудия убийства. Это действительно. То есть реально человек подвел вплотную человечество к тому, что отдельно взятый человек или государство может уничтожить земной шар просто. Понимаешь, или там большую часть населения. И это действительно ужасное развитие науки. И чем дальше этот процесс на наших глазах, он как бы продолжается, правильно? Какие-то гипервакуумные бомбы, черт их знает. И так дальше, и конца этому не видно совершенно. То есть в итоге стоит та же самая, как там какая-то обезьяна с дубиной, да, для того, чтобы ударить другую обезьяну. Также стоит человек там с атомной бомбой, да, он по сути остался таким же животным диким. Ну да, то есть понятно, что есть все время параллельная составляющая, либо с другой стороны, либо с этой стороны, которая позволяет человеку более комфортно жить, да. Но все время тут как бы параллельные процессы, то есть процесс созидательный, разрушительный, кто из них обгоняет друг друга. Там, я не знаю, разрушение атмосферы, уничтожение этого слоя озона, как следствие этому потепления, с которым уже, в принципе, это как бы факт, не зависит от того, как это толкуют как бы политики в ту или другую сторону, но, тем не менее, это факт, такого как бы не было, изменения климатические, еще какие-то. Все это связано с какой-то совершенно глобальной деятельностью человека, которой раньше никогда не было. Реально земной шар, потому что такой же, точно такой же остается, но как бы параметры не меняются, а человек реально может его, в общем, загубить. И как эти параллельно идут два процесса, не знаю, человек сможет договориться друг с другом и как бы урегулировать, установить и так дальше, непонятно. Получается, человек осознает как бы величие тех сил, да, которые у него есть, да, и которые он может направить как на разрушение, так и на созидание. Да. То есть в идеале человек должен как бы прийти к тому, да, что ужаснуться, что я могу разрушить, да, и при этом но не останавливаться. Странно, как много у меня сил, что я могу построить. Да, но логика бы говорила, что человечество, как отдельно взятый человек, должно, по идее, как-то остановиться, подумать, сесть на пенек, задуматься и почесать репу, грубо говоря, и подумать, а куда мы вообще движемся, а стоит ли вообще этим заниматься. Но как бы факт, что никто останавливаться не будет. И поэтому невозможно удерживать прогресс в смысле не позитивного движения вперед, а в смысле дальнейшего развития.
развитие познания материала, создавание новых как бы там средств в ту и другую сторону. Единственное, что можем, мы все время стараться, как бы это называется, ladbig, то есть догнать этот самый темп развития и все время прилепить к нему какую-то моральную составляющую. Как, если рассматривать в целом человечество, да, есть там такие ученые-фанатики, да, которые изобретают, там один оружие изобретает, другой там искусственный интеллект, там еще что-то изобретает. Но есть также, я не знаю, какие-то идеологи, там, философы, там, ну, во всяком случае, влияющие на какое-то общественное сознание. Да, этот процесс тоже, он идет, меняется. Вот в плане там осмысления вот, итогов там, 20 века, войн, там, режимов и так далее. Да, и что все так или иначе наблюдают за новостями, им говорят, да, как их воспринимать. Да, и потом люди все равно... То есть вот эта тема осмысления, она тоже идет, как, может быть, параллельно, да, с изобретением... Да. Оружия. Но видишь ли, парадокс заключается в том, что по простой схеме оказалось, что самый действенный способ исключить возможность, что твой противник, да, он будет использовать самое сильное оружие, если у тебя есть такое же оружие. И поэтому все будут хотеть иметь самое сильное оружие. В тот момент, например, когда у тебя есть ядерное оружие, твой противник, он не будет его использовать. Потому что он знает, что в тот момент, когда ты задействуешь это оружие, то когда он задействует это оружие, то ты тоже его задействуешь. Поэтому говорят, что, например, вот, наличие атомных бомб или атомной бомбы, ядерного оружия, это самая главная сдерживающая сила. Потому что, несмотря на как бы постулируемое, вообще говоря, держите меня, а то сейчас всех порву, тем не менее, никто не хочет, вообще говоря, кончить жизнь самоубийством. Но все равно все думают, что будет после этого. Поэтому вот, сдерживающий фактор, вот оказалась такая парадоксальная вещь. То есть никто не будет уничтожать ядерного оружия, а наоборот. Если у тебя есть бомба А, которая очень сильная, может меня убить, то мне надо обязательно, чтобы у меня была такая же бомба, либо более сильная. Это будет сдерживать тебя от того, что ты ее не использовал против меня. Такая логика. Странная. Как бы не странная, но тем не менее это так. Окей. Ну хорошо. Видите, мне кажется, что сама тема... Вавилонской башни, да, как она описывается в Торе, да, что люди были едины и решили сбунтоваться против неба, да, и что сделал Всевышний, он разделил их языки, и теперь они заняты как бы войной друг с другом, изобретением оружия и так далее, да, в итоге они там изобрели вот эту атомную бомбу, и они как бы, ну, сидят, да, и сидят и боятся друг друга, ну, относительно, во всяком случае, те конфликты, которые есть, они там не такие разрушительные, да, какие могли бы быть, если бы вот, вот этого главного оружия не было бы изобретено. Да. Получается, что вот эта как бы тема, которую установил Всевышний, да, в Вавилонской башне, она фактически до сих пор продолжает работать. Да. У меня вообще такое ощущение, что эти, как бы, несмотря на все развитие, сутру продвижения науки и 5-10, про что мы говорим, самые как бы простейшие схемы, которые описаны человеческой психологией, на уровне тому, что привело к потоку, на уровне Вавилонской башни, все это осталось и действует. То есть человеческий механизм, вот этот софт, про который Миша говорит, он остается точно такой же, понимаешь? По-видимому, как бы такое ощущение, что человек не развивает софт, он все время хард развивает, понимаешь? А софт никак не подрабатывается. В этом главная проблема. Окей. Ну хорошо, продвинемся чуток вперед. Да? Да, если никто не хочет добавить. Да, вроде обсудили сколько-то. Окей, ну хорошо, почитаю. Дальше, да. Шитато шель Рая Кук. А вот подход Рава Кука. Лахенка емеш шита шишей. Поэтому существует шестой подход. Шитато шель Рая Кук. Это подход Рава Кука. Шебнуя альчтая нахота свет, который основывается на двух фундаментальных предположений. Первое. Эн кэшер бэн тора ва мада. Нет связи между Торой и наукой. Второе. Еш кэшер амок бэн тора ва мада. А другое утверждение, что есть глубокая связь между Торой и наукой. Ну, сейчас посмотрим. Первое и второе, они как бы практически одинаковые. И должны как бы себя самоисключать. С исключением слова амок. А именно глубокая внутренняя связь. Наверное, подход такой, что на первый взгляд между ними нет никакой связи.
поэтому бессмысленно их сталкивать друг с другом. А с другой стороны, при более глубоком подходе видно, что между ними есть глубокая связь. Ну, так мне это кажется. Давайте посмотрим, как это будет объясняться. Анахот элу нерот сотрот мимабат решот. Ну да, эти подходы, эти основания, или эти утверждения, они с первого взгляда кажутся противоречивыми друг другу. Улам коли хат миен митехес ленусе мингат мабат ахерет. Но каждый из них относится к изучаемому предмету с разной точки зрения. То есть изначально подход, он разный у этих точек, у Мада и у Торы, у науки и у Торы. Бенугейлу сугиот амада айот, а шигратиот. В отношении к тем, к вопросам, к научным вопросам, ну как бы обычным, формальным или как бы распространенным, сколько сказано, увдот физикали, то есть факты физического мира, или мивним биологиям, или строение биологических тел, ну, я бы так сказал. Вот на уровне вот таких как бы простейших фактов научного мира я бы осмелился сказать, что это именно тот самый 19 век, про который мы говорим, да? Если Амец это нахата и сота решенот, шумерыча, да, стоит как бы взять на вооружение то предположение первое, которое говорит о том, что нет связи между наукой и Торой. Это атуванот анехонот высугиот элы лони тан линцобы Тора. Поэтому как бы утверждение или логику, или выводы вот в этих основополагающих фактах как бы физического мира. Первый ваш. Ты второй. Что-что? Ну, неважно, я думаю, что так. Невозможно найти подтверждение в Торе. Ганка, Ашер, Муфея, Бетура, Амирам, Суемек, Бияхас, Лэм, Циют, о физикале. Даже когда в Торе появляется некоторое утверждение определенное, которое касается факты физического мира, и нам их угонят ли сапектова анабы мишор мадаи кепшуто. Она не предназначена для того, чтобы обеспечить некоторое понимание по простому научному смыслу. Беквия зу кадам лерая кук ицхак араму. А вот в этом утверждении предшествовал раву куку рав ицхак арама. Бепир ушел эту рабы парашат шмени в комментарии к Торе к недельному разделу шмени. Умы вакер это гишал, и фия нитан лазбир это исуре кашрута муфиим бетура алисот фукебрию, который подвергал критике подход, в соответствии с которым можно объяснить все диетарные законы, да, то есть законы, связанные с запрещением употребление в пищу евреями тех или иных видов продуктов, да, которые появляются в Торе, на основании, как это, не диетарных законов, а здорового образа жизни, скажем так. То есть о том, что, например, там мясное нельзя есть с молочным. Почему? Потому что после этого живот будет болеть, или там еще что-то, как бы такие вещи, да, или там, не знаю, мясо свинина, оно является изначально как бы вредным. Вот что он... Ну, и сейчас это можно услышать, да, что да. Вот ученые открыли, свинина вредна, а евреи это знали, да, или там, что открыли, что запрещено, что нельзя нездорово мешать мясной с молочным, да, время от времени такое вот где-то встречаешь. То есть, ну, не факт, что это 100% правильно. То есть это всегда приятно про это думать, как бы, но беседы говорят, что да. Окей. Итак, что пишет Ицхак Арама? В Араяшины, да, и вот известная как бы... Рауишина, да. Правильно, Вераушина, да, и правильно, что мы как бы предполагали, знали, кивол и ньян бриню таков в хулио нейсру эно... Амахалот, Кмоше, Катвукцат. И чтобы мы познали, что не с точки зрения как бы пользы здоровья и тела, и заболеваемости были запрещены продукты,
Кмоше, Катвук, Цад, Халина, Ше, Имкен. Сейчас, секундочку, прочитаю. Ше, Имкен, Нитмеата, Мадригата Тора, Айлукит, Мезе, Миютон, Мадригат Хибур, Сефер, Катан, Мисифрея, Везе, Мегуна. Ну, то есть, грубо говоря, нельзя сводить все утверждения Торы к правилам здоровой пищи, правильно? Окей, ну вот вкратце, по-моему, то, что он говорит. Потому что тогда будет уменьшено как бы... Ну да, величие Торы уменьшается, что тогда все сводится как бы к книге, а как эта книга была знаменитая? Книга о вкусной здоровой, пищи, правильно, вот да, там чьих такая в переднике стояла, насколько я помню, если я не ошибаюсь. Мильватше, твари в шале таке, но там, эбимене тибулим, о арковод баем идбатель, кох изугук, мощем идбатлин, коха самим, бимкен, гоша рейс. Настолько он объяснит, что вообще, в принципе, тогда, если бы это действительно было так, то, в общем, можно было бы как-то обойти эти законы или, в общем, смягчить их тем, что как бы можно было соединить, то вот хрюшки немножко там с горчичкой, например, тогда вполне нормально будет, или там еще что-то. С хреном, например, вполне нормально пойдет. Окей? Или там чизбургер, так-то, конечно, плохо, но вот чизбургер, например, великолепная штука, и вполне как бы можно. А если, например, раки сами по себе запрещены, но вот раки с пивом, например, вполне нормально могут идти. С чем большинство слушателей согласятся? Ну, хорошо. Итак, это был кусок из Ицхака Рава, который мы более-менее как бы поняли по-своему. Дальше Рав продолжает. Лони тан ле цанцем эт сибутеям шельфуке атура ле эсберим мадаим. И поэтому невозможно как бы сократить причинно-следственную связь вот этих законов Торы, имеется в виду, наверное, таких гитарных законов, то, что называется, да, только сводя их как бы к объяснениям науки, в скобках скажу, науки, которые, фактам науки, которые известны в то время, когда они обсуждаются, правильно? Ну, то есть вот сейчас нам что-то известно про гитарные законы. В 19 веке было еще что-то известно. А в 23 веке станет еще что-нибудь. И каждый раз можно будет как бы говорить о том, что... А, ну, конечно, Тора сказал не так. Почему? Потому что вот мы теперь знаем, что это так. А через, там, не знаю, 20 лет окажется, что все наоборот с точки зрения науки. Окей, Микиванши им за я а мне я хитли свекшо, потому что если бы это была основная причина или единственная, скажем, причина для вот этих запрещенных видов еды, рау а я ламетр фуавела агена фуке ахила нахуним. Ну тогда правильнее было бы, я от себя добавлю, вместо того, чтобы учить Тору, на самом деле учить вопросы правильного как бы питания с точки зрения медицины. Велагину хайкилана хунимей с точки зрения медицины вывести законы правильного питания. Ну, вот есть как бы законы правильного питания, да, гитарные законы. Вело коль цорах бы тура... и не было никакой нужды в турат муше, в торе Моисея. Окей? Раяну сафитле анахата исот решена. И дополнительное доказательство вот этому капитальному, первому капитальному утверждению о том, что нет связи, да, между Торой и Мадой. И Урато Шель Раф Шарира Гаон, по-моему, так, это указание Рава Шарира Гаона, Шиасур Лифоль Лифи Сидре Рафуя Шенихтеву Баталмуд, что запрещается действовать, наверное, как бы исходить в практической жизни, исходя из тех принципов или указаний как бы врачебных, которые описаны в Талмуде. Кимиас хэхатимат а Талмуд, потому что с того времени, как было завершено записание Талмуда, имшиха рфуа элэйтпатэх, вообще говоря, медицина, слегка идиот, медицина продолжала развиваться, у Маши Ая Ядуа был там ямим кэнахон, то, что было известно в те дни как правильное, умои или эффективное, да, и тахен ше уфрах. Очень может быть, что с развитием медицины обнаружилось, что это неправильное утверждение, да. Уфрах – это, знаете, развеяно. Проверено. Урвы парах есть такое вот растение, которое перекати поле по-русски, это тоже вот отсюда урвы парах. Окей.
אין באמירה זו כדי להפחיד מחכמתם של התנאים או המורים. ואתם מתווישדי אני כך ב... оно не может служить для того, чтобы уменьшать в мудрости танаев или амураев. Шекен и сукам амеркази, а я питуах в анхалата тура шибайда, потому что их главным областям занятия было развитие и применение устной торы. Вя идиот арфует шельзманам, уву бедивреем ке что ке бедерах а вода и поэтому как бы ну вот эти медицинские утверждения или научные утверждения справедливые для того времени когда они жили да они приводятся в их как бы словах да как нечто попутно составляющее дейлу или вне адам о лицорах абаната суе для того чтобы как бы служить некоторым дополнительным подтверждением их мысли. То есть, грубо говоря, главная их идея была это не заменять собой медицинское утверждение или научное развитие да, вот, на тот момент, в котором они жили. Они проводили это как дополнительно. Как вот мы сейчас, например, рассуждали про атомные бомбы или там еще про что-то. Мы привели атомные бомбы, которые как бы актуальны в наше время. Что будет актуально через 100 лет, посмотрим, не знаю. Окей? Минегет мухрах льет кешерамок бейн турала мада. Но с другой стороны, должна быть глубокая связь между Торой и наукой. Мецем ауда шиото эло шибара это олам. Ушла, исходя из простого факта о том, что тот самый Бог, который сотворил мир, он тот же самый, который дал Тору. Ухмухена тура нитна литне адам шихаим бо олам шамада хокея. И, как бы, и дополнительно точно так же Тора дана людям, которые живут в мире, в котором властвует физический закон. Зеу и арекала нахата и сотошня. И это является как бы, фоном для утверждения второго вот этого капитального утверждения о том, что... Первая говорила, по-простому не существует между ними связь. А на глубоком уровне, конечно, да, существует. Эмунат айхуд шелям Исраэль мехадешет шаэлоим нухах бехоль. Вера в единство или всеединство, которое, ну как бы... осуществляется или является основой веры еврейского народа, и она утверждает с новой силой о том, что Бог существует во всем. Гамбы Турав и гамбы Мада. И в Торе, и в науке. Лахах каемет бехрах кавана кулелет берацон набуре. И поэтому, конечно, существует с необходимой силой стоит принять утверждение, существует некоторое общее желание, божественное направление или божественное желание, которое объединяет Тору и науку. Халаким ми кавана зу, ми галим бе тора, ва халаким ахтерим бе мада. И части вот этого общего божественного стремления к объединению, как бы, нет, частью вот этого общего направления, которое видят во всех проявлениях духовном и в этом проявлении единого Бога, да, и часть этого проявления мы видим в Торе, а часть проявления мы видим в науке. Ну, так по-видимому. То есть, изучая законы мироздания, науку, да, мы можем тоже какую-то частицу воли Всевышнего в этом раскрыть. Да, да. Ну да, тот же Рав Шерки, он как бы, смотри, я, честно говоря, не знаю, по-моему, все-таки нет, по-моему, он реально, я не утверждаю, мне кажется, исходя из биографии Рава Шерки, он реально в университете не учился. Но, тем не менее, в своих... утверждениях. Он зачастую использует, особенно там философские какие-то вещи, еще что-то. То есть человек не оторван совершенно. Он как бы знает все. А Рав Кук, ну просто известно, что он как бы учился и в Германии, когда он был. Не помню конкретно что. Химия, по-моему, биология, что-то типа это. Да. Да, и, по-моему, Рав Шерки вот из пасука, что там владычествуете там над
рыбами, животными, да, он из этого как бы выводит, что человек должен, в смысле, все изучать, да, всю эту землю как бы использовать для себя, да, для этого он должен ее изучать. Ну, еще там он приводит один пасук, да, извлекать металлы из гор, там что-то такое, да, отсюда как бы есть, ну, как можно заповедь найти в Торе, исследование земли, да. 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 Еще интересно, что Рав Шрира Гаон, я сейчас посмотрел, он в 1006 году ушел, то есть это 9 век, и уже тогда, да, он констатировал, что медицинские данные, приведенные в Талмуде, устарели. Да, получается, что мудрецы да, как бы уже тогда это понимали, следили, соответственно, за развитием медицины и сделали такой вывод. Да, да. Хотя я тоже не раз слышал, наверное, тоже справедливо, что, конечно, тех вещей, которые связаны с молекулярным строением, ну, там каждый может дальше добавить, да, что в те времена про это не было, как бы, никаких идей, потому что не существовало там микроскопов, не сказало каких инструментариев, что можно было сделать. Но какие-то общие научные подходы, они были очень далеко вперед идущие, они остаются справедливыми на сегодняшний день. И таких примеров приводится как бы не один. Например, установленное мудрецами исчисление времени. Таким образом, еврейский календарь делался. Да? То есть, по-моему, традиционно приводится вот этот вот факт, да? Что, естественно, не зная там числа пи, там еще что-то, и все, тем не менее, поразительно, насколько они были близки к тому, о чем говорит современная наука. Ну, так, да? Число пи, кстати, тоже я читал, зашифровано где-то в Торе там. Ну, да, но смотри, опять, это мое личное мнение, я не знаю, мне кажется, как бы тот же самый Рав Шерки, я о других слышал, что вообще вот эта вот попытка найти в Торе эти самые коды, то это очень как бы возбуждает людей, которые, ну вот, для них как бы дополнительное утверждение, как бы всеобъемлемости Торы, а вот здесь тоже, вот если это на это, а плюс на это, отнять это, еще иметь, то вы увидите начало Второй мировой войны. Ну, типа этого, понимаешь? Я лично такие вещи не убеждаю, наоборот, кажется, какой-то профанацией. Ну, если кого-то это убеждает, ради бога. Мудрецы Талмуда, они же так и действовали, да, что они там на все ответы, на все вопросы, которые у них были, да, они открывали Тору и там находили ответ на все, причем совершенно невероятными методами. Да, да, смотри, если обсуждаются такие сугиот, такие вопросы, например, искусственное оплодотворение. Конечно, тогда не было никакого искусственного оплодотворения, но тем не менее, там, да, вот если сыр падает там в чрево женщины, и все начинается... Это чисто для этого было научно, научпоп просто, а в наше время как бы это вот реально происходит. Только что оно как бы не падает с неба, а там по-другому делают, но тем не менее. Окей. Ну да, ну, по-моему, как бы, да, мы согласны с этим. Я согласен с тем, что как бы сказано, вполне как бы здоровый подход, если так можно сказать. Да, наверное, это так. Окей. Да и поэтому тоже, например, наверное, то, что было невозможно для, не знаю, людей 19 века или там начала 20 века, потому что без советской власти точно там Гагарин летал в космос, Бога не увидел, все. Возможно, себе было представить, понимаешь, чтобы там, не знаю, лауреат Сталинской, Ленинской премии за науку, вот он был бы богословом или там человеком верующим. Такое просто как бы наоборот, либо А, либо Б, понимаешь. Вот. А на наших глазах, в том же самом Израиле, есть ряд просто людей, которые являются учеными, знаменитостями. Вот я не могу, слыхал, у меня вылетел из головы, как же его зовут, профессор, который получил Нобеля по экономике, разработка экономических там, схем, игр и все, и 5-10. Не помню, как его зовут. Вот он, Айман как-то так. Айман, да? Правильно, да. Вот не Айман, но близко к этому. Да-да-да. У там что-то, по-моему, первое. Ну, не, да, ты правильно сказал, да, вот как раз, вот он, лауреат Нобелевской премии, он не то что вполне, он просто 100% религиозный человек, ему это не мешает, но опять же, тот же самый Миша Шерман, например, да, окей.
Ну, знаете, Миша Голосовский даже на уровне как бы Миши. Миша, по-моему, я не знаю, он доктор или профессор, тем более эти вот соотношения как бы с принятым в России шкалу, не знаю. То есть здесь может быть доктор, а в России он бы считался бы профессором. А помню, как бы не раз, когда Миша раскладывает свои эти самые схемы, его начинают пытаться в угол как-то затолкнуть и сказать, ну как же вы религиозный человек, и там вы говорите, что не 600 человек вышло, или еще как-то, и все. Но Миша отбивает и приводит один и тот же аргумент. Он говорит, то, что касается как бы обсуждений общие как бы троидальных, это да. То, что касается того, что в Шулхан Арухе сказано, как надо жить, это я этого не касаюсь. Как сказали, так я и делаю. Окей. Это, ну хорошо. И успеем еще что-то прочитать? Да, наверное, да. Ну, давай чуть-чуть. Да, ну давай чуть-чуть прочитаем. Рацон абуре митгале дере хамада. Воля Творца раскрывается через науку. О, во как! Во как! Да, окей. Дугма мерказит ле гит галут рацон абуре дере хамада гит торат эволюция. Во, как крайний раз. Пример раскрытия воли Творца через науку – это учение эволюции. Так, интересно. А, вот Тимофей написал. Да, написал, да, правильно. Роберт да. Ауман. Да, я как бы вижу перед глазами эти фотографии, все, да. Хахме Акабала тиару эт ит патхуто аруханит шель аулам кеталих Адрагати. Мудрецы Каббалы описывали духовное развитие мира как постепенный процесс, да, процесс, идущий по ступеням. Ишташилут, да, вот это слово, да, ишташилут, непереводимое, да, имеется в виду как бы цепочка причинно-следственных связей, дальнисхождения, как бы от замысла творения к его реализации. Да, и вот эта вся система миров, сферот и так далее. Да, цепочек этих ступеней. Да. При этом понятно, что иврит, как святой язык, в нем нет низменного и будничного. Потому что вы знаете, шульшур – это понос. Ладно. Так между нами девочками говоря. Но у нас тут нет низкого и высокого, поэтому все связано. Да. Махшава зо гайта нехлемет шель таамим. И эта мысль... Нахалатам слеха. Нахалатам. Наследием немногих. Уделом немногих. Уделом немногих. Да-да, вот уделом немногих. Уделом немногих, то есть мудрецов Каббалы, имеется в виду. Да. Они это осознавали. Да. Ехидей сгула, то есть людей, обладающих особыми качествами. Да. Аваль гамон гаам хая рагиль лахшов шагаулам гигиах беофен питомин. Однако массы народа, да, им было привычно думать, что мир возник внезапно. Ну да, гихот. Гихот – это... Вот когда авиация совершает налеты, да, то вот это называется гихот, то есть она внезапно появляется, бум, бум. Как это, как по-русски называется? Вот, вылазка, да? Ну, да, вылазка. Но когда самолет, например, как называется? Когда самолетная атака, черт, не могу сейчас, гихот. Вот это называется гихот как раз. И когда человек, например, говорит, да, гиха. Этот человек внезапно перед тобой появляется, то есть буквально вот наехал на тебя. Ну, поэтому и да, это как бы в данном случае это справедливо по отношению к появлению мира внезапным и одноразовым. Да. Килашона пасук, как сказано в книге Берешит, «Вайомер элоким еги ор, вайги ор». Как сказано, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Ну, давка Торатха эволюция шегиргила эт нефеш хамон лимахшевет эт подхуд адрагатит. Именно учение эволюции, которое приучило множество людей, да, нефеш хамон. Да. Массовое сознание. Массовое сознание, отлично.
Значит, учение эволюции приучило массовое сознание к мысли о поступенчатом развитии. Да. Патха авурха энушут петах лемивгаш им ха элокут амидгале бетева ува история. Ну, то да. Есть именно вот это учение эволюции, она открыла для человечества путь ко встрече с божественностью, раскрывающейся в природе и в истории. Ну вот. Да, ну да. Коль зот ле ло кешер ле шейлат нехонута амадаид шель ха теория шегайта ве одна нахалат хогей амихкар. И все-таки без связи с вопросом об истинности, об научной истинности этой теории, то есть теории революции Шайта Веодена Нахалат Хугея Мехкар, которая была и остается уделом исследования, то есть это область исследования, это не область исторического признанного факта. То есть это не область, это я добавляю от себя, мне кажется, правильное как бы, объяснение того, что пишет Равшин. То есть это научно не подтверждено, но это является некоторым вопросом исследования. Ну, на данный момент, да, как бы ученые придерживаются теории эволюции, пока не доказано обратное. Да, да. То есть получается, что большинство масс, да, там, еврейского народа, да, вот они там читали Хумаш, да, и думали, что и сказал Бог, да будет свет, да, но при этом были каббалисты, которые изучали как раз вот это поступенчатое творение мира, да, да. И как раз, ну, получается, с теорией эволюции, 19 век, да, не только евреи, да, все остальные там, как бы, авраамических религий мир, да, они как бы тоже исходили из вот этого внезапного творения, да, и более того, там, наверное, даже как-то были какие-то репрессии, да, там, в отношении тех ученых, да, которые этому противоречили, да, но пришла теория эволюции, которая приучила массовое сознание к тому, что учили мудрецы каббалы, получается, что было уделом вот этих одиночек, да, обладателей вот этого тайного знания, можно так сказать. Да. Да. Турата эволюция ниткелет лило херев бе ит нагдует аль рекадати. Учение эволюции беспрестанно сталкивается с нападками, да, с сопротивлениями, да, сопротивлением, сопротивлением как бы религиозных кругов. Да, да. Рекадати. Их юше ин инамку. Шейнамку эт хитнагдутам бэм сауд псуким месуямим. Будут те, которые обоснуют свое сопротивление или свое итнагдут, но сопротивление теории эволюции, приводя в подтверждение соответствующие псуки. Определенные стихи. О бетана гамусарит шило итахен шемекуро шель незер хабрия ихьяков. Да. Или моральным аргументом, что невозможно, чтобы источником венца творения... Да, венец творения оказался обезьян. То есть, оказался, да? Обезьян, да. Ну да. Что это получается аморально, да, что если там человек будет думать, что он произошел от обезьяны, да, что он станет вести себя как обезьяна, да. Ну, это как бы, мне кажется, не проблема с точки зрения религиозной предположить, что человек произошел в числе вот такого эволюционного процесса постепенного от чего-то там обезьян. Проблема в том, что если как бы вести это в качестве абсолюта, то тогда тем самым уничтожается всякая божественная составляющая человека. То есть прошел некоторый как бы автоматический процесс на каком-то этапе, вот только вот непонятно, каким образом этот этап начался. Среди прочего, известно утверждение, что никогда в мире не было, никто не мог зафиксировать этот момент, когда эти продвинутые обезьяны превращаются в людей.
Вот не было это, невозможно. Невозможно провести вот этот эксперимент и сделать так, чтобы обезьяна превратилась в человека. Не превращается она в человека. Ну, есть же еще как бы Маниту, Рав Маниту, как объясняет, да, что исходя из пасуков Береши, да, что Всевышний дал задание земле, да, сотворить из себя человека. И вот она сотворила вот эту обезьяну, да, то есть у нее не получилось создать человека, и тогда пришел Бог и сделал сам человека, да, то есть он как бы внедрил вот это свое создание, да, которое выглядело точно так же, как вот этот, как это, гоминид, по-моему, называется, да, вот это обезьянообразное создание, да, и они, получается, там было два человека, человек творение Божие и человек, сотворенный природой, да, из обезьяны, который выступает в образе змея, да, искусителя, да, потому что там сказано, он ходил на двух ногах, он разговаривал, да, то есть вот этот нахаш в Торе, это был человек без морали, да, человек природный такой, животный человек, да, и при этом был такой же человек, который выглядел точно так же, и он был созданием Всевышнего, да, ну и это вот как бы теория Маниту, вот, а дальше есть всякие догадки другие, да, что там они смешивались, там не смешивались и так далее, да, что были вот и те, и другие представители, да, как бы человек, сошедший сверху, человек, сошедший снизу, да, но это уже как раз вот один из подходов, да, как бы подогнать так, чтобы и то, и другое совпадало. Ну, как вариант. Вообще, мне кажется, что вот это вот такая даже не то, что дихотомия, вот резкое противоречие, воинственность между Торой и как бы религией, я сейчас подумал, мне кажется, что это в основном связано с такими тоталитарными диктаторскими режимами. Почему? Потому что для человека, который позиционирует себя как вершина всего человечества, вершина творения, и самого главного, то ему, естественно, утверждение религии о том, что есть что-то высшее над всеми людьми, в том числе над ним, оно подрывает как бы его тот уникальный авторитет, на котором держится как бы вся его сила. А с другой стороны, если общество как бы размазано, и оно как бы все являются индивидуумами, то, в принципе, людям не должно быть настолько как бы враждебная идея о том, что существует вот нечто общее для всех, которое выше. Хотя я знаю, вот в разговоре с людьми, скажем, там, не знаю, молодыми там, или как-то еще, вот идея о том, что в демократическом обществе все равны, а есть кто-то, кто выше вот этого, кто выходит из-за этого общее равенство вот этого состояния, она как бы очень мешает жизни, человек не может принять. Общество, которое основано на том, что каждый является такой, или обладает такими же правами, как и другой. Поэтому не может быть ситуации, когда есть кто-то, кто обладает большими правами. Это как бы не демократически. Но, тем не менее, все-таки мне кажется, что тем не менее острота вот этой вот борьбы, она снята. Это самое сильное это было, по-видимому, действительно для тоталитарных режимов, потому что для них это вообще как бы подрывало всю основу как бы построения всей этой схемы. Когда выше диктатор, есть еще кто. Вообще все, если вы помните, все эти плакаты, постеры и так дальше, вот всегда лучезарный этот самый, за ним там солнце и все, то есть он источник жизни, он источник всего добра, он источник вообще всего. А вдруг получается, на самом деле нет. Он не первоисточник, а есть что-то другое. Окей. То есть получается такая интересная картина, да, что сейчас мы возвращаемся к тому же сюжету Ган Эдена, да, только в роли Нахаша сейчас вот тоталитарный диктатор, да, такой гоминид с атомной бомбой на плече, наперевес, да, который как бы говорит, там, человеку можно все, да, вот как бы человеку с бомбой можно все, да, вот он как животное, да, кто сильнее, тот и прав и так далее, да, и что ему противоречит? Противоречит только вот этот Адам, да, это как говорит Рав Шерки, гетерономная этика, да, что указания моральные, которые пришли извне, да, которые из природы моей идут, что там, дать по голове и забрать у ближнего там кусок мяса, да, а вот именно указания извне, да, которые, вот именно не указания, да, какого-то диктатора, а вот именно закон Торы, да, который как бы одинаков для всех, который пришел ко мне вот именно из-за предела мира с его законами.
Да. И мне кажется, вот эта вот схема Каина и Авеля, она приложима на все времена и на все это. Почему Каин убил Авеля? Потому что он не мог найти какую-то аргументацию для того, чтобы понять, почему к Авелю как бы приложили, к Авелю сниз приняли, а у Авеля приняли, у Эвеля приняли, а у Каина нет. И для него единственный выход был просто физическое уничтожение как бы противника и все. И поэтому Всевышний ему говорит, «Лепета хатат ровец». У твоего порога всегда будет вот этот хатат, он всегда он будет. То есть вот это вот стремление, как это, была же такая крылатая фраза в 90-х годах, люди, которые приехали, нам потом рассказывали про все эти самые начавшийся бизнес в России и все. Нет человека, нет проблемы. Да, нет человека, нет проблемы. Все, как бы самая простая постановка вопроса. Вот и Каин точно так же посчитал. Нету Эвеля, нет проблемы. Все, ну вот правильно, как бы. И эта схема, она повторяется все время. И да. То есть он не мог принять, вот, что Бог так захотел. Да, вот да. Этого не принял. То есть это, в принципе, ну, какая-то ну, взрывающая логику вот этого животного человека, да, что вот Бог так захотел. Да. Да. И вот это действительно сложно принять, именно вот эту приходящую извне вот эту этику, да, волю Творца. Да. И дальше сказано, и хатате... Лепета хатат рувеца, а дальше сказано, а если ты как бы захочешь, то ты можешь превозмочь. В твоих силах это превозмочь. Но по простому смыслу самое простое интуитивное желание – это убить. И все. Окончается проблема. Да, как мы интересно сегодня все обсудили. Да. И точно так же это как бы простейшие схемы любого тоталитарного режима. Вместо того, чтобы доказывать людям, чтобы объяснять, я лучше этого почему? Потому что я делаю та-та-та-та-та-та-та. А может быть, ты проиграешь. Самое простое убить просто, и все. Никаких, самый сильный аргумент. Все, ничего доказывать не надо. Вот все. Так что это все те же самые простейшие схемы. Ничего не изменилось. Абсолютно. Да, тот же змей. Да. 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 100%. Окей. Ну хорошо, давайте прямо, может быть, здесь остановимся. Она сейчас будет поджимать урок иврита. Беседа. Ну, мне кажется, захватывающая тема, вообще говоря. Вполне как бы экранирует на все вопросы, как бы, жизненные вопросы, с которыми мы связаны, поэтому как бы более чем актуальны. Окей. Да, было очень интересно. Да, мне тоже. Да, Тимофей, спасибо. Лена, спасибо. Лена, спасибо. Да, спасибо всем. Окей. Давайте, всем счастливо, пока. Да, спасибо, всем счастливо. До следующего раза. Да, всем счастливо, пока.